Добрый день. Вы смотрите новости финансового мира на канале InstaForex TV. Я Ольга Витковская. Большинство фондовых индексов Европы по итогам пятницы завершили торги на негативной территории на фоне слабого значения индекса потребительских настроений в США, которое нивелировало сильный рост китайской экономики. Индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,1%, упав до отметки 287,3 пункта. По итогам недели индекс не претерпел значительных изменений. Предварительный индекс настроений потребителей от Мичиганского университета и Томсон Ройтерс в январе оказался на уровне 71,3 пункта против ожидания в 74,2 пункта. Кроме того, Китай сообщил о росте своей экономики на 7,9% в финальном квартале 2012 года, задав позитивный тон утренним торгам. Акции компаний сектора добывающей промышленности чувствительны к новостям из Китая, укрепили свои позиции. На лондонской бирже индекс FTSE 100 закрылся на уровне 6154,41 пункта, повысившись на 0,4%. Французский фондовый индекс CAC 40 упал на 0,1% к уровню 3741,58 пункта. Во Франкфурте индекс DAX 30 потерял 0,4%, опустившись до отметки 7702,23 пункта. Это были новости Форекс на канале InstaForex TV. Отличного дня, до свидания.